мастера красоты. Обрабатываю я перед педикюром ножки клиента обязательно. У нас сейчас в студии нет возможности помыть ноги клиента, поэтому мы берем влажную дезинфицирующую салфетку и очень хорошо протираем. Что мне нравится в салфетках, в том, что я могу протереть еще и между пальчиков. Все очень тщательно и очень хорошо. Вот. И наш клиент готов, и мы можем с ним работать. Я начинаю со свободного края. У меня ребенок. Видите, у меня ребенок очень даже не подготовленный, или точнее подготовленный специально для вебинара, чтобы мы могли с ним работать, чтобы мы могли увидеть все неприятности, которые происходят с ребенком. Он был готов к этому. Значит, свободный край у ребенка. Это, как правило, тонкий свободный край и влажный, влажные ноготочки. Их можно обрезать. Если обрезать в том числе самому ребенку вы даете, то это самые удобные клипсеры, не щипчики, клипсеры ребенку. У них, как правило, плоские ногти, это совершенно легко справиться. В салоне я предпочитаю на детях работать твердосплавами по свободному краю. Это делается быстро, убирается, и это безболезненно для ребенка. Даже алмазами им не всегда это приятно. У ребенка тонкие ногти, поэтому твердосплавом, мне кажется, это гораздо проще. Сейчас я одену очки. Держу, чтобы у меня не выскочил. Вот это тоже положение неправильное, ни в коем случае. И двигаемся справа налево, нижней частью фрезы. Смотрите, все это делается очень быстро. Свободные края все обрабатываю очень, это очень быстро. Здесь смотрите еще в чем особенность по детям. Я сейчас не пытаюсь сделать это долго, медленно и, скажем, сразу замечательную красивую форму. Смотрите, я твердосплавом, видно, я твердосплавом убираю все очень-очень быстро, просто свободный край, просто длину ногтей. Мне не нужно сейчас сделать вот эту идеальную форму. Мне не нужно сейчас получить уже красивые углы и с первой, как говорится, работы. Первичная работа, она быстрая, она грубая. Дальше что? У меня твердосплав, посмотрите, я взяла, казалось бы, твердосплавную фрезу перфорированную, сложную фрезу, но она чем ближе к основанию, тем она работает жестче. Она может работать не только по детским ногтям. Мы с вами увидим, как такие фрезы работают по твердым ногтям. Они замечательно работают и очень легко. Так эта же фреза, она заужается. И у нее та же нарезка, но кончик у фрезы становится тоньше, становится мягче. И кончик у фрезы, у твердосплавов, работает великолепно. Никогда об этом не забывайте. Это ваша возможность сократить работу. Сделать не только свободный край одной фрезы, потом убрать ее и взять другую, либо вернуться к этой. Вы можете этой же фрезой уже что-то сделать, и у ребенка в том числе. Что я буду у ребенка делать этой фрезой? Очень мягко, очень тихонечко, те же самые кутикулы, если у нее она есть. И посмотрите, видите, у меня ребенок, у которого запущен свободный край, ребенок из деревни приехала, она ничего там себе не делала, это нас радует. И у ребенка образовываются мозольки в уголках. То есть этим страдают очень много детей. От чего? От обуви, от влажности, от физических нагрузок, от того, что ноготь плоский, тонкий, и при неправильном обрезании они тут же упираются в боковые валики. То есть как бы врастают в эти в боковые валики и начинают их надрывать. А валики начинают что? Защищаться. И у нас вот в этих местах, в уголках, образуются мозольки. Очень часто эти валики даже разрастаться начинают, как защиту. Встречали такое? Смотрите, я тут же, вот у меня мозолька небольшая, я ее тут же убираю, ухожу, чтобы она нам не мешала. Мы тем самым сократим работу. А вы знаете, тем еще детская работа именно по детям отличается. В том, что с детьми вы не можете работать долго. Дети сидеть долго не будут. Вон она сидит, и уже у нее терпение уже закончилось практически. На первых 10 минутах она уже думает, как отсюда уйти. Поэтому наша задача максимально быстро и максимально легко обработать
ни в коем случае не повредить лишнего. Я делаю гигиену кутикулы. Моя задача ни в коем случае не поднять ее глубоко, не, там, я не знаю, не обрезать, не залезть куда-то. Я делаю только гигиену. Я фактически убираю только то, что убирается сухое. Видите, очень легко и быстро все это убралось. Твердосплавно я обработала. У детей, как правило, по стопе все замечательно, все хорошо. И детям, что касается стопы, чем меньше вы ее трогаете, тем лучше. Смотрите только проблемы. Вот если образовалась мозолька, если образовалась какая-то дырочка, если образовалась какой-то стержневой мозолечек или какая-то образование, вот с этим нужно работать. Рядом вообще ничего не трогайте. Самое лучшее, что вы можете уж если сделать, да, то есть это пройти либо силиконовой насадочкой, только это резиночка, или сделать мягкий пилинг. Все, причем пилинг берете очень-очень мягкий. И я пилинги в этом случае для детей не советую кремовые, потому что крем это то, что может размягчить кожу. Она и без того мягкая, ее не надо размягчать. Вы ее можете спровоцировать на дальнейшее надрывание. Поэтому очень-очень аккуратно с пилингами на детях. Мне рассказали историю, да, как после пилингов тоже происходят проблемы. Мастера красоты. Профессиональное обучение мастеров ногтевого сервиса с 2011 года. Присоединяйтесь.